странное дело. Всего-то сфотографировать город красиво не получается. Даже с такой, казалось бы, оригинальной точки, тот снимок, который сделал я, мне лично не нравится. Впрочем, у меня возникла идея попробовать забраться вон на ту башню. Это, между прочим, городская ратуша, знаменитая на весь мир тем, что именно там выдают Нобелевские премии. Бесплатно сюда можно попасть только один раз в году, 10 декабря. И то только если вас пригласили на вручение Нобелевской премии. Зато в любой другой день всего 60 крон и не нужно ни выдающихся научных исследований, ни революционных изобретений. Ратуша открыта от подвала до кончика своей знаменитой башни. Высота башни городской ратуши 106 метров. На ее строительство было использовано 2,5 миллиона кирпичей. Можно подняться сюда по лестнице, но это ровно 365 ступеней. Подниматься можно целый год. Можно доехать на лифте. Ну вот, собственно, отсюда и открывается тот самый вид, который мы искали. Вот он, старый город. Вот он, родной.